Добрый день, уважаемые подписчики. Решила записать это видео. Сейчас нахожусь в Хельсинки. Появилось немного свободного времени, потому что нахожусь в краткосрочном отпуске. Я решила записать видео-влог. Меня зовут Лариса или Лора. Так меня звала мама. Ну, для кого мой возраст серьезный, покажется Лариса Михайловна. Давно хотела записать видео на тему, которую меня постоянно спрашивают и пишут имейлы и в личку, о работе в Норвегии. И я хочу сказать, что это очень сложный вопрос, и однозначно одиночки, солнце светит, однозначно не скажешь и не ответишь на эту тему. Норвегия, да, страна, которая дает в плане работы и денег немножко больше свободы, чем другие европейские страны, потому что при небольшом при небольшой затрате времени на работу ты получаешь больше зарплату, чем в других странах, потому что работа почасовая ценится немножко выше. Но получилось так в последнее время, что все, кто был заинтересован в работе, европейские страны, у кого не было работы, многие приехали работать в Норвегию за последние 5 лет, наверное. И сейчас, чтобы получить работу в Норвегии, не так-то и легко. Многие меня спрашивают, как попасть на работу. Мы вот с девушкой, немного знаем английского языка, на лето приехать поработать. Вы знаете, это не так просто, что собрался и поехал как в Москву на заработки, поскольку это серьезная страна, и просто так человека принять на работу, даже на летний период могут, допустим, в отельный бизнес, рестораны, мотели, есть такие щёхюс, это переводится, рыбацкие домики. Но для этого нужно, во-первых, иметь европейский паспорт, где будет стоять, где не требуется, вернее, скажем так, разрешение на работу. Всем остальным, у кого не европейский паспорт, к сожалению, нужна рабочая виза со штампом «разрешена работа». И для того, чтобы получить работу, работодатель должен запросить эту визу. Это делается в Министерстве иностранных дел, в Осло, в УДИ. И это очень длительный процесс, потому что все конторы, все службы социальные в Норвегии работают очень медленно для получения каких-то бумаг. Даже если вы гражданин Евросоюза, вам нужно себя зарекомендовать с хорошей стороны, написать хорошее CV, curriculum vitae, наверное, многие знают об этом, где вы укажете свой опыт работы, свои знания, свою профессию. И в некоторых случаях даже требуется референтное лицо. Я хочу открыть небольшую тайну. Я тоже попала в Норвегию, вынесла меня на этот норвежский берег в поиске работы. Я жила в другой европейской стране, и так как у меня есть родственники в Норвегии, я решила поехать в гости и попытаться поискать там работу, потому что хотелось тоже подзаработать денег. Так и получила работу. Но тогда было легче. Это было в 2010 году. И у меня была другая возможность. Я с европейской страны. После обучающейся профессиональной школы интернациональной, которая готовила к рабочей жизни студентов с Финляндии, Швеции и Норвегии. И наш учитель предложил нам поехать попробовать, те, кто закончил эту профессиональную подготовку, поехать поработать в одно место, где большой туристический бизнес-центр. И так мы поехали туда, и то у нас была как бы протекция со школы. В других остальных случаях это нужно не один год приезжать работать на одно и то же место, чтобы вас знали, потому что
очень большой не спрос, а очень большая конкуренция. Даже если есть спрос на работу, то очень большая конкуренция. Прибалтика вся переехала. Каждая семья тянет своего родственника или своих друзей, и переехали очень многие. И хоть они и оставляют свои корни в Литве, но они, в основном говорю о литовцах. Латыши многие переехали. Эстонцы те больше работают, я думаю, в Хельсинки. Но вот вся Прибалтика почти в Норвегии, вся Польша, Германия. Поэтому не так-то просто устроиться. Если, конечно, задастся целью, поставить себе такую цель и добиваться этой цели, то можно добиться всего. Но просто так собраться и приехать на лето поработать с небольшим знанием английского – это нереально. При всех хороших данных, при всем при том, все упирается в паспортные проблемы. Гражданин не Европейского Союза, получение работы очень сложно. И в УДИ, как я слышала последнюю информацию, это Министерство иностранных дел, для того, чтобы открыть рабочую визу, требуют справку из офиса по работе, по найму, НАФ называется, о том, что на это место не претендует норвежец или не претендует человек с Евросоюза. А это, конечно же, такую справку добиться сложно. Я присылала некоторые адреса рыбных фабрик, меня звонили, просили. Там даже есть некоторые сайты на русском языке, я помогала. Но потом я, честно говоря, устала этим заниматься, потому что вся информация есть на сайтах, вся информация в Гугле, нужно только забить информацию, которая вам нужна, и пользоваться этой информацией. Также есть информация в Фейсбуке, где есть группа «Русский дом Норвегии» или же «Русский дом Норвегии», вторая называется, я уже не могу подсказать, как. Ну, если забить эту ссылку «Русский дом Норвегии», там предложат некоторые другие такие же группы, где обсуждения бурно идут, дебаты по поводу работы, по поводу жизни в Норвегии. Там можете найти всю информацию. Также есть другие каналы YouTube, которые предлагают свои услуги, обучению норвежского языка, предлагают свою информацию. Еще я хочу сказать, что это чисто мое мнение по поводу работы, чисто мой взгляд на эту ситуацию. Я не знаю, как говорят другие на каналах YouTube, что вот учите, живи и работай в Норвегии. Это не так все просто, потому что у меня есть опыт тоже, и у меня есть опыт с родственниками, которые хотели забрать своих детей поработать, и нужно было открывать визы из России. Поэтому я хочу сказать, что есть исключения. Исключения касаются очень специалистов высокого уровня, высокого класса, высокого образования, нефтяной отрасли, например, которые профессии, которые требуются в Норвегии, которые в отрасли задыхаются без этих работников. Таким людям проще открыть визу, и работодатели откроют визу, и все. Но всем остальным служба сервиса – это практически нереально. Так что это мое мнение. Если у вас какие-то вопросы, задавайте, я отвечу, соберу их в кучу, соотвечу, и будем дружить. Всего вам доброго. Спасибо за внимание и просмотр.